В пригороде Владивостока под колесами электрички погиб мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняются. Электричка направления Уссурийск-Владивосток за минуту до трагедии отъехала от перрона станции Океанской. Состав уже набрал скорость и выезжал из-за поворота, когда машинист увидел лежащего на путях человека. Дистанция до него не оставляла шансов затормозить. В поле зрения машиниста гражданин появился слишком поздно. Мужчина погиб моментально от травматической ампутации головы и конечностей. Прибывшим на место событий медикам оставалось лишь констатировать смерть. Личность покойного сейчас устанавливается, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.